Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Оля Полякова в период домашней самоизоляции с семьей решила быть максимально открытой перед своей многотысячной армией поклонников. Украинская королева ночи перешла на формат прямых эфиров, во время которых готовила, тренировалась, развлекалась и общалась с коллегами по шоу-бизу. Конечно же, за этот период в соцсетях Оли практически перестали появляться глянцевые фото и видео, за чем поклонники также успели соскучиться. Специально ко дню вышиванки, который отмечали 21 мая, Полякова побаловала подписчиков. Певица с дочками организовала яркий фотосет, чем вызвала восторг в сети. В честь дня вышиванки Полякова также решила похвастаться стильной новинкой с богатым орнаментом. Вместе со своей звездной мамой в роскошных платьях также красовались ее дочки, 8-летняя Алиса и 15-летняя Маша. Большая семья позирует босиком, с распущенными волосами и без косметики. Полякова выбрала платье-вышиванку с кислотной салатовой вышивкой на сером фоне. Маша Полякова также выбрала максимально яркое платье, с розовой вышивкой на белом. А вот Алиса красуется в платье с крупными разноцветными цветами. Поклонники Поляковой пришли в восторг от серии новых фото. Как всегда, Олечка, и ты, и доченьки твои, супер. Так три маты. Очень красиво. Круто, дуже скучаю за вами. Крутые вышиванки. Современные. Оленька, какой фэмили лук. Спасибо. Красотки. Наконец-то я уж подумала, что ты, Оля, сегодня в вышиванке и не появишься. Яркие красоточки, здоровья вам. Олечка, ты с девчонками просто суперовые красотки. Как же мне нравится ваша Алиса. Добрый день, Олечка. С праздником вас и вашу семью. Выглядите великолепно. Напомним, ранее Оля Полякова честно призналась фолловерам, что за 2 месяца на карантине она перестала сама себе нравиться. В связи с чем певица буквально призывает каждого время от времени баловать себя походами к профессиональным косметологам. Знаете, до карантина я думала, что походы в салон делают какой-то эффект немножечко, как-то поддерживают. Но можно и обойтись. Так вот, посидев 2 месяца на карантине, перестав себе нравиться в зеркале, я вообще не понимала, что происходит. А сегодня я наконец-то попала в салон. Ребята, салоны работают. Нам без них было очень тяжело. Короче, я уже очень даже окей, рассказала Полякова. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.